прямом эфире новости телеканала «Кызылорда». Здравствуйте. В студии с вами я, Алина Параджан. Первый представитель Объединенных Арабских Эмиратов полетит в космос Байконура в этом году. В ближайшие 2 недели будут утверждены точные даты пилотируемых запусков с космодрома Байконур. Тогда же Роскосмосом могут быть определены сроки полета на МКС космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов. Впервые космонавты этой страны – два кандидата – военный летчик Хаза Ан-Мансури и инженер сетевой поддержки вооруженных сил страны Султан Ан-Ниади. Оба с сентября прошлого года готовятся к полету в Российском центре подготовки космонавтов. На МКС представитель Эмиратов должен провести около 2 недели и вернуться вместе с экипажем пилотируемого корабля «Союз». Напомню, в марте 2018 года Казахстан, Россия и Объединенные Арабские Эмираты создали рабочую группу по взаимовыгодному сотрудничеству на космодроме Байконур. И к другим темам. Продолжаются отчетные встречи. Жители пригородного аульного округа Аксуат в ожидании долгожданного события. В этом году запланирована газификация округа. Об этом сообщил аким города на отчетной встрече. Добрый знак благополучия. В этом округе высокая рождаемость, много строится новых домов. Хороших перемен действительно немало. Планируется отремонтировать еще 10 улиц. Ведутся работы по обеспечению чистой питьевой водой аула Махамбетова и микрорайона Наурас. В этом году будет построена новая школа. Подана бюджетная заявка на разработку проектно-сметной документации строительства на территории школы-лицея номер 268 пристройки на 200 мест. Вместе с тем из областного бюджета выделены средства на капитальный ремонт детского сада. Уже объявлен конкурс. Планируется запустить объект к сентябрю. В этом году будет введена в действие новая теплица. Один из крупных проектов, к реализации которого приступили в прошлом году, строительство автоматизированной теплицы ТОУ «Казагромир» стоимостью 1 миллиард 129 миллионов тенге. Площадь теплицы 2,2 гектара. В этом году планируется ввод в эксплуатацию. Среди проблем округа, одним из исконных занятий которого является скотоводство, это кражи скота. По сравнению с 2017 годом отмечен рост на 25%. На отчетной встрече участковый инспектор Турсын Курмангазыулы заверил сельчан, что будут приняты все меры для пресечения краж. Аким города порадовал сельчан сообщением о предстоящей газификации округа. Все, что нужно человеку для нормальной жизни, все есть. Улицы, питьевая, поливная вода, транспортное сообщение. Теперь вот газ придет. Мы довольны и благодарны. Чингис Валиханова, Елеман Жаматов, Алпам Сашербеков, Канат Махамбетов, Кызылорда. В регионе отмечен рост преступлений коррупционного характера на 14%. Об этом сообщил на брифинге руководитель департамента по делам госслужбы Абзал Мухимов. На брифинге руководитель департамента сообщил об изменении порядка приема на госслужбу. Отныне будет большое внимание уделяться оценке личных качеств кандидата. Отметим, на сегодня на госслужбе 80 вакансий, в основном в сельской местности. Продолжается интенсивный перевод государственных услуг на электронный формат. Сейчас показатель на уровне 82%. Все это должно стать еще одним заслоном против коррупции. К сожалению, отмечен рост коррупционных правонарушений. Отмечен рост преступлений коррупционного характера по сравнению с 2017 годом на 14%. По данным Департамента национального бюро, в сферах госзакупок зарегистрировано 38 преступлений, образование 9, здравоохранение 2, координация занятости и социальной защиты 7, в сфере сельского хозяйства 4, строительство 29, обороны 15, в органах внутренних дел 10 преступлений коррупционного характера. Среди совершивших такого рода деяния 8 руководителей областного уровня, 3 городского, 11 районного, 6 сельского уровня. В городском акимате произведены кадровые перестановки. Назначен новый руководитель аппарата. Экс-руководитель аппарата акима города Алмазбек Есмаханов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Новым руководителем аппарата назначена Казыбекова Мира Жумарткызы, которая до настоящего времени возглавляла отдел культуры и развития языков. Аким города Нурлыбек Налибаев дал положительную оценку их работе и пожелал успехов. Продолжаем выпуск. Отмечен рост особо тяжких преступлений. В прошлом году совершено 71 преступление данной категории. Среди преступников все чаще оказываются студенты и школьники.
Практически каждое дело, рассматриваемое специализированным судом по уголовным делам, тянет на сюжет криминального триллера. Как показывает анализ, зачастую тяжкие преступления совершаются в состоянии алкогольного наркотического опьянения. Так трагедией закончился конфликт в одном из кафе города. Четыре девушки, изрядно подвыпив, что-то не поделили с девушкой соседнего столика. Жертву насильно затащили в машину, отвезли в сторону Дарьи и утопили. Девушкам, средний возраст которых 19-20 лет, назначено наказание в виде лишения свободы на 16-17 лет. Решение суда прошло апелляцию, но осталось в силе. У погибшей остался несовершеннолетний ребенок. В Кызылорде проходят оперативно-профилактические мероприятия, автобус и незаконное переоборудование. На контроле дисциплина водителей, качество предрейсового медицинского осмотра, соблюдение водителями режима труда и отдыха. Также проводится проверка технического состояния и безопасности транспортных средств. На сегодня, по данным пресс-службы департамента полиции, выявлено 15 незаконно переоборудованных транспортных средств. За это нарушение законом предусмотрен штраф в размере 15 МРП. Вы смотрите новости. В прошлом году Аральский район привлек 10,5 миллиардов тенге инвестиций и интенсивно развивал бизнес. Жители отдаленных аулов открывают пекарни, парикмахерские, развивают животноводство и птицеводство. На отчетных встречах акима района в аулах Буген, Кошар и Житизби были подведены итоги года. Обсуждены предстоящие задачи. В ауле Буген, где проживает более 1500 человек, на прошлогодней отчетной встрече были подняты проблемы водоснабжения, аварийного состояния дороги Карашалан-Буген, необходимости проведения мелиоративных работ на озерах. Сельчане довольны, все проблемы решены. Благодаря государственной поддержке в районе активно развивается предпринимательство. В прошлом году по государственной программе получил кредит 3,5 миллионов тенге. Сейчас увеличиваем поголовье коров. Сейчас уже у нас 30 голов. В аульном округе Кошар ликвидирована безработица. Часть сельчан работают в рыбопитомнике. В прошлом году здесь выращено около 15 миллионов мальков и запущены в Камстабас и Малый Арал. Остальные занимаются бизнесом. К примеру, житель аула Нурзбек Утибаев открыл рыбоперерабатывающий завод. А Нурумкуль Шарипова выиграла безвозмездный грант. И теперь в ауле есть парикмахерская. Я получила безвозмездный грант в 500 тысяч тенге. Открыла свою парикмахерскую. Делаем прически, макияж, красим. Стараюсь, чтобы люди были довольны. На стадии решения проблемы, которую поднимали кошарцы, о необходимости строительства шлюза на канале Советский. В ауле Кошар поднят вопрос о строительстве шлюза на канале. Мы с управлением чрезвычайных ситуаций обсудили вопрос. Выделено 42 миллиона тенге. В этом году начнется строительство шлюза, который будет регулировать уровень воды в водоемах и способствовать развитию рыбного хозяйства. 23 проекта аральцев выиграли безвозмездный грант почти на 18,5 миллионов тенге. В рамках госпрограмм району было выделено в общей сложности 1,6 миллиардов тенге. Утверждена дорожная карта по развитию экономики Арала. В ней в общей сложности 84 проекта стоимостью 114 миллиардов тенге. На сегодня завершено 67. Продолжится реализация 10 проектов. В этом году начнем остальные 7 проектов. В аульном округе Житизби также были выслушаны новые наказы населения. Айгерим Туриман, Аскар Тажиев, Бекболат Абденов, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда. Ведутся масштабные работы по освоению территории в 180 гектаров между поселком Айтикиби и городом Казалы. Здесь будут построены многоэтажные дома, социальные объекты. Около 3000 человек получат земельные участки. В прошлом году на эту территорию подведены инженерные коммуникации. Газ, электричество, питьевая вода, проложенные дороги. На эти цели было выделено 3,2 миллиарда тенге. Уже началось строительство первых объектов Дома культуры и учреждений. Здесь также будет построена районная поликлиника. На встрече прозвучали насущные проблемы. Так, в городе, где проживает 9 тысяч человек, нет рынка. Приходится ездить за много километров в райцентр. Я думаю, что городу Казалы нужен свой отдельный рынок. Продумайте этот вопрос. В планах организации между двумя центрами большого крытого торгового рынка.
Для Ула-Абай извечной проблемой была переправа через Дарью. В прошлом году обновили понтонный мост. Приводится в порядок объездная дорога. Началась прокладка асфальта по маршруту Абай-Баскара. На эти цели из районного бюджета было выделено 229 миллионов тенге. На 5 миллионов тенге обновлены 10 лодок понтонного моста и построены дамбы. В ауле Куляра решена проблема с поливной водой. В результате люди получили возможность выращивать сады, заняться бахчеводством. К примеру, Малик Махамбетов посадил даже грецкие орехи. Разные сорта винограда вырастил: бычий глаз и дамские пальчики. Все растет, если ухаживать за землей. Получаю хороший урожай. Маринуем, запасаемся на зиму. Опорный населенный пункт аул Жанкужа-Батыр в прошлом году по итогам областного конкурса был признан образцовым. Аулу выделено еще 10 миллионов тенге. На эти средства будут построены новые аллеи и благоустроенные улицы. Казаринцы в целом дали положительную оценку годовой работе акима района и пожелали ему дальнейших успехов. Чингис Валиханова, Тажмурат Алжанов, Паужанкужа-Муратов, Тюрихан Кужахметов, Кызылорда. Будущее создается сегодня. С 2013 года лучшие выпускники школ имеют возможность обучения в ведущих учебных заведениях России. Первые из них уже приступили к работе. Первые обладатели грантов правительства Российской Федерации уже получили дипломы. Многие продолжили учебу в магистратуре, остальные приступили к работе. Гульсизам Раушан училась в Москве по специальности электроника и наноэлектроника. Сейчас работает на сернокислотном заводе в Жанакургане. Здесь же начала свой трудовой путь и выпускница Санкт-Петербургского университета Жазира Смаилова. По окончании учебы в 2018 году сразу устроилась на работу на сернокислотный завод. Работаю вахтовым методом уже 5 месяцев. С трудоустройством нам всем помог аким области. Когда мы вернулись с дипломами, аким области сообщил, что рабочие места для нас подготовлены. Работаю на заводе инженером-технологом. Сейчас внедряем проект «Экономичное производство». Мы благодарны аким области за возможность обучения в российских вузах, за его заботу. Он дважды в год навещал нас, оказывал материальную поддержку каждому. Кроме того, ежегодно выделяются гранты таким области для продолжения учебы по востребованным техническим специальностям в отечественных вузах и колледжах для лучших выпускников из малоимущих семей сельской местности. С прошлого года количество этих грантов увеличено вдвое. В общей сложности на сегодня предоставлено около 900 грантов. Все это способствует росту конкурентоспособности молодежи региона, уменьшению молодежной безработицы. За последние 5 лет этот показатель снизился до 4,2%. Алина Паражан, Ербулат Турсун Кожа и Саша Рипов, Турихан Кожахметов, телеканал Кызылорда. Новости спорта. Блестящие выступили в Павлодаре на чемпионате страны среди детей и юниоров до 18 лет наши шахматисты. Юные гении завоевали 12 медалей. Всего в первенстве страны приняли участие 640 юных спортсменов. Воспитанники ДЮСШ Олимпийского резерва номер 1 завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. И в общекомандном зачете заняли второе место. Золотые призеры Султан Аманжол, на счету Назирке Нургали и Асель Серикбай по 2 золота. Это было последнее сообщение выпуска. Наши новости вы можете посмотреть через портал КСТРК.КЗ на сайте телеканала Кызылорда. И о погоде. Напоминаем, штормовое предупреждение Казгидромета. 18-19 января порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. А завтра на всей территории области осадки, туман, гололед. Спонсор прогноза погоды – 5-звездочный отель «Султан Плаза». Всего вам доброго! В Аральском районе днем плюс 2, ночью минус 6. В Казалинском районе днем плюс 3, ночью минус 5. В Байконыре плюс 4, ночью минус 5. В Кармакшинском районе также днем плюс 4, ночью минус 5. В Жалагашском районе днем плюс 5, ночью минус 4. В Сырдаринском районе днем плюс 6, ночью минус 3. В Щейлиском районе днем плюс 7, ночью плюс 1.
Жана в Курганском районе днем плюс 7, ночью плюс 2. В Кызылорде днем плюс 7, ночью минус 3. Доллар США 377 тенге 95 тин. Евро 431 тенге 20 тин. Российский рубль 5 тенге 66 тин. Китайский юань 55 тенге 93 тина.